Жесть, бедный трамвай. Вдруг кто-то опаздывает в аэропорт. Ну, вот там вообще пустой, только там две девочки. Две девочки опоздают в аэропорт. Валя, зачем трамвай снимаешь? А я выложу на Дельфи. Я Сависару отправлю. Смотри, тот тоже. Слушай, у него лучше будет. А, подожди, она прям тормозит их? Да, это он, чувак стоит. А там потому что стоят? Потому что там трамваи пересекают дорогу. Ну да. А что, они не могут постоять немного? Ну, не знаю. Трамвай пропустить. Ну, не трамвай, объедет, да. Ну да, видимо... Да, видимо. Да нажимай на газ, Мы заснимем. Да, он виноват. Все, он походу идет уже. Нет? Куда он идет? Ну, как бы. Может, ему надоело стоять. Они, интересно, общаются? Да, конечно. Офигеть, представляешь, они же через весь город проезжают. Там столько туристов сейчас. Может, кого-то, по-моему, увидим. А если тоже не видно ничего? Что-то там уже горит. Наверное, если можно смотреть. Там конец видно, это слово. Они вроде как кредит, а потом оп, снова. Да, догоняющие. Пипец. Может, они сильно там сокращают до дома? Под кругами, да? О, неужели отошел? Пустили. Ура! О. А там еще будет? О, и там тоже, походу, держали. С той стороны. Ну, если трамвай не проехал. Походу, одного переехали. Ну, ладно. Слушай, чувак ответственный какой-то. Молодец. Смотри, он еще сейчас кого-то... Ему заплатили. А что, он еще ждет? Ну, конечно. Там как бы два трамвая пропустили одновременно. А, все-таки пропустили? А-а-а. А, это догоняющие, остающие. Интересно, машины их тоже пропускают? Ну вот, смотри, еще будет. Ёпси-шмопси. Нормально. Откуда их стало? Знаешь, как песня пела «Тысяча велосипедистов»? Целая армия у нас. Да? Походу, правда. Если в Эстонии столько людей нету. Обалдеть. Мы России не боимся, у нас армия своя. Да, у нас 1000 велосипедистов и в порту пол корабля. Корабль, главное, чтобы не поплыл. Сейчас корабль пройдет, погоди. А что, ты еще уже прошла? Ну, хрен знает, давай потом посчитаешь. Смотри, у всех фонарики, у всех фонарики. Ты запомнил всех. Ну да. Должно подсвечивать. Отражатели есть? У биликсов нету. У меня нет фонарика. Но по закону должны подсвечиваться, типа могут штрафовать. У меня отражатели на колесах. Должна и то, и то быть. У меня нет денег. И еще должно быть сигнал. Пикс-пикс. Пикс-пикс. Да. Когда они уже проедут? Я уже суши хочу съесть. Проезжайте быстрее. О, смотри, чувак на самокате. Серьезно? Где? Уже проедет? Где? Да вот он. Маленький велосипедик. Наталья затекла? Ну, честно, уже утомился. Фатик, там много еще? Фатик, значит. А куда они едут? А я не вижу, да, это просто угол плохой. Они на палисарку едут, что ли? На палисарку. Мне кажется, что они едут на фасад, знаешь, туда? А, ну да, там же специальная дорога.